познакомились достаточно случайно, и идея пришла поиграть. В таком графике, конечно, трудно именно совпасть, да, то, что у всех свои концерты, достаточно трудно всегда найти время, когда все могут. В основном мы ночами стараемся, ну, как получалось, что ночами. Я лично обожаю, просто я вообще только ночами. Я сова. Я не могу так. Мне хорошо, я вот ночами просто просыпаюсь. И мне было очень интересно, потому что новый зал в самом центре Москвы, мне кажется, с прекрасной акустикой, очень интересная публика сюда приходит, потому что в Москве, в принципе, мало именно таких современных залов. Когда приходит публика, конечно, акустика всегда меняется, становится другой, и интересно, что это будет. Для меня это пока что... Я знаю, что Рустам играл уже в каменном зале, он лучше его знает. Как бы для меня это пока так немножко загадка. Здесь лучше становится акустика, когда зал заполняется. То есть, видимо, это продумано, и, ну, так и должно быть. Я именно эту программу придумал, потому что она отражает, ну, как бы, ну, все времена. В принципе, жанр камерной музыки, к сожалению, мне кажется, в России он не настолько еще может быть повсеместен. Это, ну, особое совершенно удовольствие с такими пианистами играть. С такими виолончелистами. Но это совершенно другое, чем игра с оркестром. Более интимный, конечно, процесс. И более... Да, просто, ну, два человека, и, ну, да, более тонкое что-то. Такой прям прямой диалог. Да. Да, 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 вот именно. Сейчас, по-моему, очень хороший темп финал. Да. Потому что все четко. Ну, я стараюсь, когда. Ну да. Я слышу.